Милостливая государыня Елизавета Алексеевна, пишет вам командир части, в которой служил ваш внук Михаил Лермонтов. И вот демон, печальный демон. От Анны Афанасьевны. Письмо, позвольте передать. Мне не узнать надо. Мне судьбу его изменить. Какие-то решения спектакля, решения о поведении моего. Но слова, которые, она как-то будет. Судите меня по своему разумению, но пробудите вас. Он каждый час уединения будет почитать за счастье клин. Не крепостная девка, что такие шутки. Замечательная съемка этого фильма, и идея интересная, и, можно сказать, побывали на этом спектакле. Сейчас с тобой! Сейчас!